Пекине проводится встреча экспертных центров группы 20. Это последнее из ряда мероприятий в формате Think 20, проводимых с прошедшего года. Более 500 участников обмениваются идеями о предстоящей встрече в Ханчжоу. Сложный процесс восстановления мировой экономики с 2008 года и возможный выход Великобритании из ЕС создают неопределенность на финансовых рынках. На этом фоне ученые, экономисты и политики пытаются найти максимально эффективное решение. Еще не решены старые проблемы и возникают новые вызовы. Трудно стимулировать экономику, если опираться только на бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Мы не можем игнорировать влияние ряда непредвиденных факторов. Например, выход Великобритании из ЕС, политическую нестабильность Турции, террористическую активность во Франции и Германии. Каждый чего-то ожидает от саммита G20 в Ханчжоу. Мы надеемся, что двадцатка сможет определить точный путь на фоне непростой международной обстановки и вдохнет новую жизнь в вялую мировую экономику.